Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзорчик на профессора Рибета. Сегодня мы прокачаем, расскажу, покажу, что как. Немножко потрешуем, как обычно. Вот такой вот герой был. Было не стало, сейчас обратно вернем лягушку. Герой недавно вышел. Честно говоря, герой не особо себе зарекомендовал. Есть у него плюсы и минусы, призывает лягушку, если включится, и, соответственно, не получает урона, увеличивает себе атаку, имеет иммунитет к забору энергии. Ну, в общем, так вроде казалось бы неплохо, но если лягушку убивают, соответственно, он становится вообще ватным и его тоже сливают. На 12-м скелетом понижает атаку вражеских героев на 20, на 12-м скеле. 20-й сказал или 12-й, в общем, разница, все равно не все его качают, потому что не у всех ресурсов есть докачать. Ну, в принципе, герой довольно-таки неплохой. Собирать его, я раньше собирал его дефные вам варианты показывал, с бастионом показывал, с ожогом, с каменкой, священный огонь возможно ему ставить, но сегодня мы сделаем совсем другое. Сегодня мы прокачаем его вот такую вот сборку, скоро выйдет скин, мы поставим священный огонь еще дополнительно, а сегодня мы трешанем и вкачаем его на атаку и посмотрим, что с этого получится. Ну и соответственно рунами ремку ставим, потому что без ремки тут никак, надо чтобы включился сразу. Лягушка вылезла. Так, ну давайте ворожая не будем трогать. Кто у нас там с ремками? Кто все ремки позабирал? Ужас, ремок нету на героях. Тоже ли? Сейчас откроем. А, у меня ремка есть. Такс. Ремка, по-моему, такая есть. Аж даже две. Надо будет сделать, потом переделать. Так, поставим ему сюда... Давайте поставим ангела, потому что у него будет пониженная защита. Вот так вот он выглядит. Поехали, посмотрим пока на первом скеле. Ну, как видите, раз, два и все. Смотритель сносит. Он, если я не ошибаюсь, в критовой фракции. Да, красненький. Давайте еще кого-то возьмем. Ну, давайте гиганта холмово живем, чтобы у нас не работал. Смотрите, вот так вот. Сейчас он, как видите, не получает урон. Лягушка вышла, а вот сейчас уже опять получает. Урона, конечно, с пактом, как видите, нехило так. Сейчас надо, чтобы лягушка вылезла, потому что без лягушки нам каюк. Ну, вот сейчас лягушку сольют, все. В принципе, он об отражалку убивается тоже очень быстренько. Герой, по сути, должен быть танком, но, честно говоря, что-то пошло не так. Так, скоро у меня будет перелимит этих слизней, надо их использовать. Такс, такс, такс. Есть у нас десяточка. Что у нас на десятке? 1200 уже, 5 секунд, 80%, поехали. Посмотрим, как он заборы ломает. Так, ну тут против огнекрыла мы ничего не сделаем. Можно его использовать, кстати, в PvP локациях. Я в лабиринте довольно часто его использовал. Почему? Вот смотрите, вот отлично. Ну урон, как видите, нехилый такой. Ну дальше все сливается. Лягушка и убивается он. Наносит зональный урон, и в принципе этого очень и очень хватает для таких локаций, как забытая, например, лабиринт тот же самый. Но единственное, это ему надо включиться. Герой хоть и дальник, он не всегда успевает включиться. Вот две лягушки у нас бегает. В общем, такое вот, что-то было интересное, какая-то интересная у них была задумка, но... По реализации, не знаю, возможно, скин что-то изменит у нас. Ну, хотя вряд ли, он там чисто даст какие-то бонусы и все. Будет лазером Звездные войны. В общем, вот такая вот зональная у него атака. Вот чисто ради этого его есть смысл брать там какие-то массовые
локации. А сейчас, видите, мы сольемся просто так быстренько. Если, конечно, зарядится, успеет. Ну вот, миссует, но по урону, как видите, неплохо. Кого-то мы там даже слили вроде. А, дерево слили. Ну, это уже все, это уже имба. Ладненько, поехали, делаем ему, как обычно, эволюцию. Подкачиваем. И сделаем аугментацию. По аугментации можно, конечно, чтобы он дольше выживал, это его в уклонение вкачивать, но я заморачиваться не буду. Вот опять, видите, то, о чем я говорил, опять выскакивают вот такие вот плюшечки. Ну, опять у меня уже этих рвений столько. 30 коробок дают. Ну, в общем, все по максимуму, все как обычно. Все для людей. Так, где наш... Видите, у меня не хватает типа значков почета, и оно мне дало возможность. Так, нам надо где-то миллион. То есть так вот можно забирать, по сути, плюшки, добирать нужные. Если они, конечно, нужны. Ну тут 6 миллионов, считайте, значков почета плюс книги. Это мне надо. Так, окей. Не отвлекаемся, поехали дальше. Книг, конечно, на героя много уходит, но ничего не поделаешь. Так, гиганта надо докачать. Чума не пропадать зря. Поехали. Ну, то есть, такой вот вариант, когда лягушка есть, конечно, он кайфово смотрится. Но посмотрите, по урону он там практически ничего Бигфуту даже не смог сделать. То есть, с порочным пактом все равно он не особо там тащит. Так, добиваем 5. 5 лямчиков добиваем. И... идем дальше. Сразу ему 10-ю качну и... будем дальше сейчас пробовать делать с него имбу. Возможно, его использовать там еще на каких-то подземках как вариант, но опять же есть куча более интересных героев. В роли танка, возможно. Так. Окей, делаем. Вот так. Поехали. Аугментация. Как всегда, ждет кучу книг. Так, есть, отлично. Докупаем камней. Кулаки здесь можно не жалеть. Так, сделали мы аугментацию. Ловим давайте сразу же на крит, думаю, чтобы по максимуму дамага у нас было. Можно, в принципе, сборную особо заморачиваться. Вот крит, крит урон над героем не стоит. Крит резист. Мы сейчас побольше урона постараемся словить, потому что мы пока ему 12 не будем вкачивать. Сначала хочу сейчас гарнизоном заняться. Тогда уже, когда докачаем более-менее героев по локациям, будем пройдем локации некоторые, чтобы не максимальными героями проходить. Так, ну... не хотят нам давать созвездие на урон. Вот еще один крит, отлично.
Отклонение. Так, жизнь. Вот так вот даже уклонение дал. Странно, последний. Вот такая вот сборочка. Так, что у нас по чарам? Ну, по чарам тут, конечно, лучше всего. Так, у нас есть пермах. Дабы его нам пристроить кому. Афина для теста уже с пиромагом. Стрелок тоже под архидемона. Так, тут пятерка стоит. Дрейку нафиг не надо, Купидон. Тыковка. Вот друиду поставим. Пусть пока будет на друиде. Так, ну тут что-то на урон сейчас надо, конечно, я не знаю. Неохота сейчас тратить кучу. Доспех. Ну, доспех ему неплохо заходит. На урон. Ну, мы хотим на урон собрать. Сейчас что-то на урон надо. Интересная ослеплялка не надо. Пять. Это неплохо бы для укротителя оставить. Либо для тыковки, так как тыковка рядом бьет, в принципе. Давайте для тыковки поставим. Попробуем что-то дальше вытащить. Для ближних можно ассасина ставить. Так. Ну, понижение не надо. Видите, с чарами, конечно, как обычно у нас. О! Передача энергии. Так, а что у меня тут по героям? Мне охота пятерку такую терять. Так. Башка. На урон. Бигфут. Доспех нужен будет. Так, ворожей. Ринос. Передача не той, не то. В общем, с чарами тут надо будет. Так, Минотавру надо будет на максималку выгнать потом. Ну, передача ему, в принципе, не нужна. Да, давайте вот так вот соберем Риббита. Вот Риббит у нас будет сейчас неплохо собран на урон. Так, ну давайте следующую откроем. Вот так вот, очищение. Так, ну что, поехали. У нас первая эволюция. Давайте для подземочки сейчас тестанем. Посмотрим. Ну, зональный урон, как видите, неплохой. Вот сейчас, пока жаба не вылезет, конечно, у него урона много не будет. Так, мясо. Самое главное, чтобы вовремя жабы вылазили. Но посмотрите, по урону вроде как неплохо. Конечно, сливается. Вот. Для подземок соло он никак не катит. Такс. Окей, ну, в принципе, такая вот сборка. Давайте, наверное, сделаем сразу же. Сто восемьдесят пятый. Так, окей, есть. Докупаем. Делаем вторую эволюцию. Так будет быстрее. Такс. Поехали дальше. Интересно, у нас в этой обнове добавят новые навыки или нет. Так, мана у нас уже опять в лимит уходит. Сейчас мы этого героя потестируем на PvP локациях.
как он себя покажет именно в такой сборке, собранной на урон. Так, минус ударил, отлично. Почему сейчас качаю ребята? Хочу гарнизонных всех вывести на 12 и 12-ми побегать по локациям по максимуму, сколько можно будет гарнизоном пройти, посмотреть. Очень интересно. Какой предел? Ух ты. Видали, как бывает? Просто нас разобрали жестко. Так, опять не хватает значков почета. Ну. Да, конечно, такие прокачки надо очень много значков. Если бы я качал с просветом книгами, было бы, наверное, попроще. А так, как видите, ресурсы просто улетают. Да, нравится мне, как шатает Минотавра. Так. У меня на основе профессор Рибит с доспехами, честно скажу, неплохо смотрится с доспехом. Жизнь ему как раз именно то, что надо. Вот сейчас будет у нас собран на урон, посмотрим. Будет ли он настолько дамажить? Конечно, на 12-м будет все получше, но до 12-го нам еще очень далеко, скажем так. Смотрите, как мы сейчас. Оп. Отлично. Так, есть финишная прямая. Добиваем. Что мы имеем на максимуме? 162 тысячи, немного, атака 9666, 3 шестерки. В общем, вот как-то так. Поехали. Потестируем его по локациях, ее точнее. Что-то профессор Рибет вечно, он хочется сказать. Так. Вот наша левушка, поехали. Амерсуна какая-то. Амир Сосуна. Сейчас мы тебе сделаем Сосуну. Вот, включился. Ну, конечно, тут слабенькие противники. Но урона, как видите, хватает. Попробуем сейчас кого-то найти достойного. Так. Вот видите, включается автопроком. Ронин выжил. Ну, пока лягушка жива, да, он тащит. Как только лягушка дохнет, все. Вот интересно, достанет. Тут смотритель больше. Хотя нет, достал, видите, достает. И в принципе неплохо достает. Придется сейчас все-таки побежать низом. Так, включился. Смотрим. Ну, по урону, конечно, тут вопросов нет, думаю. Как видите, урона нехило так
Единственное, что будет против отражалки? Ну, Анубиса разобрал. Анубис тоже, в принципе, не слабенький. Вторая эволюция. Но по урону, как видите, прилично. Урон неплохой. Причем по титулу мы проигрываем. Сейчас посмотрим против других. Ай. Ну, смотрим, что у нас тут. Ну, посмотрите по урону. Конечно, неплохо. Сейчас попробуем еще разок с картой. Так, хранитель. Вот он включился. Включится хранитель. Да, хранитель включился. Ну и что у нас слили? Да, мы убились, как видите. На подражалку. Вот так вот. То есть не все так хорошо в этом уроне, скажем так. Поехали в забытой посмотрим, что у нас тут делается. Давно я не бегал. Так, так, создать команду. Давайте мохнатку определим к этой команде. Его тут одного оставим. А тут мохнатку поставим вместо огнекрыла. Ну, в принципе, и соло будет тащить, ну пусть будет. Так, смотрим. Вот он включился. Ну, в принципе, как видите, неплохо. Повыносили. По урону неплохо. Тащит, скажем так. Но это еще не те эволюции. Так, вот давайте попробуем против хранителя. Если хранитель сейчас со второй авой включится. Вот Афинка включилась. Да, нехило так, посмотрите. Половину героя, в принципе, снес. Улетел, ушатался от хранителя больше. Но вот тоже с Рибетом. А вот она, мега-бабуля. Правда, она без пэта. Было бы неплохо сюда пэта поставить. Она тут сейчас ничего не сможет сделать. Или сможет. Просто изи. Посмотрите на нее. Она просто изи выносит героев. Я офигею. 11-е скиллы просто отдыхают. Это жесть, а не герой, честно говоря. Ну, дотащи. Дотащи, некроса. Ну, может, в принципе, успеет, если там ожива нет. Просто изи. Вот как вам такой герой? Это реально кайфовый геройчик. Так. Вот так вот, ребят. Смотрится очень круто. Так, смотрим. Вот тут огнекрыл. И Фрея. Ну, как видите, все. Фрея ушатала сразу. Даже без вариантов. А как вам моя Махатман? Ай! Не успела. Так. Ну, в принципе, ладно. Давайте еще потестим на экспедиции. Посмотрим, что к чему. Ну... В принципе, такое. Второстепенный герой, конечно, вот включился. Ну, вот так вот вроде смотрится неплохо, если так выпускать против пачки сразу. А если сейчас издали запустим, что у нас получится? Ну, по урону, конечно, вопросов нет. По дефу, опять же, что будет каменка стоять, убивают мелкого и все. И на этом все заканчивается. Поэтому, как видите, вариантов не особо много. Так, чем мы будем сейчас тут забор долбить?
Сейчас, конечно, не вовремя, наверное, включится. Ну, не кисло так по урону, посмотрите, тащит. Если бы, конечно, был еще какой-то отхил, было бы покруче, конечно. Тыковка разогнала. Да, там тыква разогнала их всех. Все, нас слили на разгоне. Но неплохо смотрится. В принципе, все. Такой вот герой. Давайте еще на подземочке сбегаем. Ради интереса. Посмотрим, что у нас изменилось по сравнению с первой эволюцией. Вот чисто где-то его в роли танка ставить на пару секунд можно. Ее точнее. Ну а так, как видите, сливается. Давайте попробуем разгончика набрать. Сейчас нас тыковка должна разогнать. Ну, вот так вот, конечно, смотрится 5 миллионов, фига себе. Вот так, конечно, можно тащить. Жестко было. На разгоне, как видите, круто смотрится. Ну, а так вынесли. Вот так вот. В общем, такой вот герой. Пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.